слушай, хочу поздравить нас. Нас уже больше, чем 100 тысяч. Ура! Хочу отдельно сказать вам всем спасибо за то, что вы подписываетесь, жмакаете на вот этот палец, колокольчик и оставляете комментарии, ну за всю эту хрень. Короче, не буду тянуть, поехали видос смотреть. А несчастливый богатый школьник. Поиграем! Папулечка, папа, папа! Слышь, а давай поиграем в игры какие-нибудь? Ты этим чуркам в Apple скажи, что я с них скоро процент за неустойку брать буду. Чё, малой, что поиграть хочешь? А во что ты хочешь? В эти, в нарды, в картишки, в домино? Или, может быть, в города? Не-не-не-не-не, только не в города, папа, нет! Чё это? Чего-чего, ты на третьем городе постоянно засыпаешь и храпишь, стены дрожат. Так что, картишки? Да нет, папулечка, я думал, мы с тобой в мячик, футбольчик поиграем, погоняем по полю. Или, не знаю, там, в приставку порубимся, что ли. Давай в Assassin's Creed по очереди. Слышь, малой, ну чё ты нудишь мне тут? Какой футбол? Я тебе месяц назад сборную Португалии по футболу купил. Пойди с ними в мяч и погоняй. Па, ну ты чё, совсем тю-тю того? Они сборной Украины проиграли. Меня пацаны засмеют. Ну да, ты прав. Слушай, сын, у меня на все это нет времени. Просто вот тупо нет времени. На тебе бабла, пойди купи себе, знаешь что? Купи себе людей и поиграй с ними в футбол. Вот. Пап, ну ты всегда так занят для меня. Для меня ты всегда занят. А счастливый бедный школьник. Поиграем. Папулечка, папа, а давай мы что-нибудь поиграем. Привет, мой динозаврик волосатый. Давай, конечно, поиграем. Ух ты, клявенько, во что играть-то будем? Да во что хочешь, лишь по еде не думать. Что? Что ты говоришь? Говорю, давай поиграем во что хочешь. Футбол, в баскетбол, в большой теннис. Ракетки из фанеры еще целые. И мячик футбольный дядя Сережа из пластиковых мусорных пакетов нам вчера подогнал. Вот такой. Попсеныш, а давай во все вместе будем играть! А, матю, конечно, давай целый день играть будем! В рот мне 44 бутерброда с вареной колбасой! А несчастливый богатый школьник! Покушать! Мамушка! Можно я теперь буду называть тебя мамушка? Мам, здорово! О, явился мой колобок волосатый, ты где 3 дня шлялся? Ой, мам, ты что не слышала? Мы с друзьями вечеринку устроили в честь подарка, который мне мой Файзер подарил, муж твой. И что на этот раз мешок с деньгами тебе подарил? Австралию. Ночной клуб Австралия, который за городом? Да нет, мам, Австралию, там дети. Кенгуру прыгают. Вот я дурная. Вообще, вы из жиру беситесь, ребята. Не надо показывать всему миру, что мы самые богатые. Завидовать начнут. О, мам, есть что поесть. Жрать охота. И что? Мне ты что об этом говоришь? Ты что не знаешь, что делать? У тебя что, мобилы нет? Набираешь доставку еды и звонишь им, говоришь, алло, привезите мне пожрать. Ну или позвони там свою в Австралию, пусть запекут тебе кенгуруху. Мамулечка, так хочется вот этих вот сырничков, которых ты готовила давным-давно, когда мы еще не были такими богатыми. Алло, сын, ты там на своей этой вечеринке ничего не употреблял, у тебя в голове все нормально. У меня маникюр слишком дорогой, ты че? Ну, мам! Короче, малой, не выдумывай, на тебе немножко бабла. Закажи себе там что-нибудь суши и покушай, как все нормальные дети в одиночестве. А мне пора на встречу жен миллиардеров. Пока! Какой же я несчастный. Счастливый бедный школьник. Покушать. Кукурузёныш сладенький. Привет, моя бедная бородатая мать. Ты что такой грустный, малыш? Что-что, как будто ты не знаешь. Третий день уже ничего не ем. Одну воду на улице из луж хлебаю. Ну тогда я сейчас подниму тебе твое настроение. Мама, я вас только умоляю, не надо играть на гумной гармошке. Пожалуйста. Мы сегодня
счастливый ребенок на планете. Несчастливый, богатый школьник. Друзья! Бабки! Бабки правят миром! Бабки! Бабки правят миром! О, братва, привет! Что делаете? Ларёчек, братюня, привет! Вот обсуждаем, какой ты у нас все-таки самый замечательный и клёвый друг. Да ты самый лучший друг! Таких друзей ни у кого нет! Что, честно, друзья? Спасибо вам! Ну, конечно, ты наш золотой! Не-не, бриллиантовый! Так это, что именно обсуждали-то, а? Ну что ты такой классный! Ты так много нам даришь разных подарочков! Постоянно нас возишь в Евразию с ушами, бесплатно на халявеньку кормишь! Вы что, со мной только из-за денег дружите? Ну да! Друзья, и деньги настоящие! Вот несчастье-то какое! Это да, кстати, Игорёшка, хотел спросить у тебя, ты когда нам айфончики новые, 11 XMix PixMix Pro подаришь, а то мы уже заждались, а? И это, если что, не спеши, мы тебя не торопим, мы до вечера можем подождать. Счастливый бедный школьник, друзья! Еды, так кушать хочется, где вы намутите еды? О, друзья, привет! О, привет, дружище! О, привет, братик, как у тебя дела? Да у меня все по-старому, друзья, бомжую. Вот не знаю, что делать, у мамы моей через неделю день рождения. Вот думаю, что подарить-то. Ты знаешь, мы тут посовещались и мы решили... Да, и решили помочь тебе, братик. Друзья, не надо было, друзья. Игорёш, что ты говоришь? Ты наш друг, и мы все ради тебя готовы сделать. Ты наш друг, понятно? И точка. Понятно, мои любимые. Друзья. Вот, друг, держи. Это мы скинулись тебе. Можешь от нас всех купить тете Тане подарок. Эх, друзьяшки, что бы я без вас делал, так я вас всех обниму. Подпишись, колокольчик нажать не забудь. Комментарий ты клёвый оставь. И улыбнись. Thank you.